Итак, дорогие господа, как водится, если вы смотрите на видео, вы многое упускаете, а вот присутствие на занятиях вы глубже понимаете, потому что всегда есть нюансы и всегда есть некоторые факты, остающиеся за кадром, так скажем. Если мы, получается, разобрали вот сегментарно к ноге, да, к стопе от сердца, то голова-то как получается? Голова также сегментами идет, то есть первый сегмент мы сделали сердце, это вот номер один. То есть, хотя бы, даже вот у нас шейно-воротниковый массаж начинается, да? То есть, это только верхняя часть у нас. Вот эту часть мы обрабатываем, да? То мы все равно начинаем с области сердца. Все равно с левой лопатки. Левая лопатка. Потом идет область трапеции. Вот тут вот. Ну, давайте, это будет 2. Потом идет сама шея. Вот эта зона. Тоже вот в эту сторону. Это 3 получается, да? Потом идет сам череп. Там тоже есть мышцы сухожилия, кстати. Его тоже нужно массировать. И акупунктурные точки. Это получается 4-я зона, да? И тоже в эту сторону. Потом идут уши. Это получается 5-я зона. То есть вот шейно-воротниковая часть, она начинается с лопатки. Потом... Ну, то есть от центра... Идем сегментарно к краям, самый последний край это ухо, да? А все движения всегда делаем в сторону сердца. Ну и также с рукой, собственно говоря, также ее можно разложить. До каждой фаланги пальца. Вот, так было бы, так будет наиболее правильно. Ну что, продолжим.